Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека, за единоборство в жизни каждого человека. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк. В конце этого видеоурока есть бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице, которые ты можешь получить абсолютно бесплатно, просто кликнув по ним и подписавшись на рассылочку. Поэтому приятного просмотра и удачи в тренировках! Третий раунд. Работа двумя руками. Все движение оставляем. Начал и поехали. Двумя руками, двумя ручками, когда работаешь, уже можно и да, силу подбавить немножко больше. Если, конечно, у тебя получается работать с легкой силой, да, то тогда уже, конечно, можешь работать и полную силу. Как сказать, немножко добавлять. Когда работа идет в хорошую силу, то делать перемещение становится гораздо сложнее, срезать углы гораздо сложнее, так как мячик быстрее возвращается, и при этом по нему надо попадать в движение. То есть я ушел, а он возвращается туда, куда я стоял раньше. Поэтому мне надо на него попадать. И двигаешься, 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 все время попадая по мячику. Вот в таком принципе работаешь, стараясь это все делать свободно, легко, не забиваясь, не закрепощаясь, легко выбрасывать ручки, набивая мячик, отрабатывать глаза. Да, глаза, зрение точно сюда.